1-0. Макс, уходи. Куда? Где дальше? Иди, пожалуйста, туда сядь. Раз, два, сразу передаем. Верхом не играть, только низом. Нету. Низом. Пока один одевается, вы можете играть. Пошли. Низом бьем. Как хочешь. Аккуратно, не толкайся. Нет. Так, сразу раз, ножки. Ноги убери, Саша. Макс играет. Макс! 1-1. Старайся переходить линию, потом бить поворот. Отнеси туда. Душа! Посади. Ты бьешь очень высоко, выше колена, буду наказывать. Будешь 10 раз приседать. Пока... Нет. 2-0. Так, сюда. 10 приседаний. Играем. 1, 2, 3. 5. Возьми вот эти вот. Вот эти вот очистить сюда. Время. Стоп. 2-0.
Денис, Максим ушли в следующий выход. Так, у них уже две победы. Так берем же. Нет, ты на воротах. Но если мяч вышел, тогда вот. Хорошо, Максим, посмотрим. Максим мяч вот. Лево. Ты не можешь идти на воротах. Лево на право. Стоп. Я на право. Стоп, стоп. Саша, ты падать не имеешь права. Понял меня? Да. Только стоять, а то будешь приседать по 30 раз. Аджина. Здравствуйте. 1-0. Кто опять бьет? Не видел просто. Убьется. Макс, иди, я сейчас снимаю. Иди. Возьми и дай сюда. Стоп. Стоп. Юрий Александровича пропустите. Матей. Что? Нет, Аджина. Поехали. Влад, сегодня, наверное, будет мало народу. Можешь просто бегать по сейчас. Или кто-то придет. Подойди сюда. Знаю только Игорь. Придет, да? Ну, да. Может, побороться, может, покачаться. Ну, все, иди вперед. Ногу отдай. Ой, хорошо, смотри. Надо, что ты мне... Егора. Посмотри, здесь половина, и там половина. Да. Да? Только... Середина была вот смотри. Нет, не сюда, а вот примерно как кольцо вот сюда, чтобы середина была. Да. Стоп, Матер. Дедушка идет. А ну тихо. Все. Да, нужно пропустить, потом играть. Счет есть какой-то? 1-0. 1-1, да? Минута осталась. Пацаны, держитесь, они вылетят. Защиту сами. Кто в защите не бегает, не дергается. Ай-яй-яй, 2-1. Я не пропал. А, не забежишь. Одевай что-нибудь. Огонь, давай. Одевай. Следующее. Стоп, Макс одевает. Одеваешь одну. Саня. Саша. Да. Вот этот убери. Мат. Хочешь возьми поменьше, там другое. А этот убери, видишь, он порванный весь. Этот хорошо поставь наверх. Так, теперь возьми матрицу поставить. А, уже Юрий Саш поставил. Ой, там отпусти. Не ну-ка, отпусти, пожалуйста. Все, готовы? Чек мало рода. Как паска завтра. Ой, послезавтра. Я видел уже базар, Андрей пошел. А Джиме? А я же не знаю. Я этим сказал. Думаю, что здесь придет процентов 20. Стоп, Макс одевает. Или то, или то. У него просто нога болит, и сразу увидите, что эта нога болит, и не будете по ней бить.
Кубики? Да, один большой кубик. Это у нас большой, а у тебя маленький. Все, сегодня все сделал. Крышечку купил, кружечку купил. Купил такие лампочки большие, на 10 ватт, а берет соло. Три цвета. Взял всем штук. Есть лампа на 100 ватт, горит ярко. И такая же, естественно, чуть-чуть. Так, осталось 2,5 минуты, Джен. Я такие тоже, что там. Сейчас вот был, там они подписывали. Никто мне, возьми там точно. Я подписываю. А я... Так, ты бьешь верхом, нахожу. Еще раз только низом бьем. 1-0. 1-1. Иди сюда. Смотри, кто? Оставь меня, Кривер, ты что? Подошли все сюда ко мне. Сели вот сюда. Смотри, подошли сюда, сели. Все подошли сюда. Больше, Боля, ты подрался. Шкалит, я подключил. Значит, первое. Если тренер сказал, никаких возражений. Будет возражение, будешь 100 раз приседать. Мяч куда попал? Штанга. Штанга? Где там штанга? Покажи. Иди сюда. Сядь, всего не разговаривай. Если он ударил сюда, и он отскочил, это штанга. Штанга, когда бьешь сюда, и вот сюда отскакивает. А если отскочил, ударил и отскочил, значит это гол. И чтоб я не видел, что ты со мной споришь. Можешь руку поднять, я тебя подзову, мы поговорим. Ты понял меня? Да. Все, разошлись. Стоп. Мячик туда. Макс, какой счет у нас? 1-1. У вас 2 минуты. Хаджина. Спорит он со мной. Даже если я не прав, ты должен молчать. Чмо, блин. Стоп! Сюда! 30 приседаний. Стоп, считай. Не слышал? Не слышал? Вот сюда. Давай. Давай. 3 секунды держать рука. Не слышал? Не считаю, тебя слышал. Счет. 2-1, последняя минута. Вы должны мне счет хотя бы сыграть. 1 гол хотя бы надо. Пошел к Максу пас. Максу бестолковый. А где хозяйка? Вдвоем должны прийти. Я ее не вижу. Где Диана? Не слышу. Подожди, сейчас она подойдет. Стоп! Ты берешь все время в руки. И берешь, понимаешь, далеко. И долго держишь. Отдай мячик. Готово? Да. Садитесь теперь. Хаджина. Спасибо тебе. Сюда. Я помогаю тебе. Ты как мяч упал. Пас, ты еще подлышку. Подпись. Не падать. Да, ты умный. Пошел. Сейчас уже спустился.
Видишь, три раза ты туда погуляла, у тебя сразу сердце стало чуть-чуть лучше работать. Я просто видел, я вот так. Моё проклятие. Что должна делать, когда ты приходишь? Хорошо. Тепло. Хорошо. Улыбаться. Пас, ну, пас. Да, короче, даже если тебе плохо. Смотри, секретно, то я сейчас умру. Не надо рассказывать, два-два. Матей! Нет. Матей! Следующий команд. Эй! Матер! Ливер! Следующий. Ливер, ты не прав, потому что ты... А? Прошу тебя, ты больше Ливер. Прошу больше так не делать. Я понимаю. Готовы? Время? Сюда. Три с приседания. Оставляем мяч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз. Девять, один ноль, 30. Все, можешь играть. Сашенька, не пьем сильно. Это он мог поставить. Стоп, вот это. Сань, ты что бьешься здесь? Стоп, оставь мяч, подойди. Ты что бьешься здесь? Куда ты бьешься здесь? Объясни мне. Ты большой, бьешь, нанесешь травму. Зачем мне это надо? Я тебя прошу еще раз. Средненько, пас, бей, средний. Хорошо? Хорошо. Сходи, сходи. Сходи. Точку. Кто опять лупит? Сразу ему стараться не меньше давать у ворот. Ты можешь потерять. 1-0. 2-0! Да? Нет, нет, здесь было, было там. 2-0. Минута. Матэ, 3-0. Следующее. Команда, которая заходит и берет с собой мяч, начинает играть. Так, если, стоп, если взял мяч в руки, я считаю, раз, два, три. И ты держишь мяч, то это будет пенальти. Хаджи. Что говоришь? Ми в футболе руками не беру. Как мне? Во-первых, игра. Стоп, мяч отдай туда. Почему ты вверх там кидаешь? Низом дай пас. Хаджина, все низом. Да. Под стол туда. 1-1.
отвечай, разговаривай. Что ты делаешь? Здесь тебя голову бить. Пас. Раз. Два, один. Два. 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 А что два? Нет, ван. А, это кто? Нормально, нормально все. Есть, 2-2. Сюда. И приседание. Ты один играешь, Романев? 10. Все. Матей, ушли в следующий. 3-2. Левер, еще раз. Не бей, пожалуйста. Можно рэд? Что? Рэд можно? Вы уже начали футбол. Готовы? Сколько времени? Хаджина. Возьми мячик, Тимофей, возьми мяч. Команды разошлись. Так. Кто там не на кресло становится? Кто за Чиполлино там на кресло? А ну слезай. Так, вы кого берете? Командира или лидера? Командир. Кого? Командир. Да, Вадим. Давай. Лидер, а ты туда идешь. 4-4 играем. Еще раз, мяч руками не бьет, вообще игры. Только если сбоку там, только ниже бьет. Вратарь, все, пошли. Да, 4-4. Осторожно, там Юрий Александрович. Аккуратно. Не ругаемся, буду за это наказывать. Где Диана? Диана! Все? Идете домой. Один. Максим!
Макс, дай тебе курточку мобильной там. Куртка вот эта и мобильная, аккуратнее сюда. Елена живет. Я не понял. Мы играем в футбол или начинаем орать, кричать? Что это за сборная здесь? Что-то забрали у него, начинает ногами на это, толкаться. Что вы здесь? Какой-то вы великие футболисты. Макс, ко мне. Сейчас накажу. Все остальные, 20 отжиманий. Макс, ко мне. Лотель Доже. Что стоишь, смотришь? Зайди ко мне. Да. Там у меня на столе две конфеты. Отнеси девчонку. Саша, я вижу. Грудью касайся. Что ты мне сделаешь? Долг, девочка. Две конфеты на столе. Еще раз 20. Макс, мои... Еще раз 20. Стой, подожди. Подожди, Николя. Давай делай. Да. Вот. Ставь 30 приседаний. Идеальный передач. Пошли, трезвей еще ожидает. Макс, прикрой дверь и поправь голову. Я не вижу приседания. Что, Александр? Аджимен. Может, там видео коллега? 1-1. Ай-яй-яй. Стоп! Я не понял. Подошли сюда.
Легли на живот. Что за фигня, я могу понять? Что за детская болезнь? Ты что, чтобы играть? Орут, кричат, толкаются, бегают друг за другом. Катерина, ты хотела ему 100 лей дать? Иди давай. Ну ты ж сбежал, кричал, я тебе дам 100 лей. Кричал или нет? Капитан, давай 100 лей. Капитан, бьют ногами, глядь, это лицо. Потом прыщи. Что такое? Я не могу понять. Тебе полчаса поиграли, наигрались. Нет, они начинают нами пинаться, орать, кричают. Что вы? Я в футбол опасен. Больше играть не будем вообще? Будем. Не будем. Будешь командой. Значит так, команда... Сколько времени сейчас? 5 минут. 3-5. Можно обратить? Или... Нет! Если бы ты был Катовицкий, я разрешил бы. А сейчас ты всех возьмешь, всех помучаешь. Так. Можно я делаю всех? Нет. Все, давай. Кто еще идет качаться? Макс, вперед качаться. Иди вперед. Иди вперед качаться. Посмотри, чтобы Вадим не сочковал. Вперед. Вадим, одень футболочку. Можно и Боля пойдет качаться? Да, и Боля нельзя. И Боля тоже. Мы Боля тоже. Боля вперед качаться. Ха! И он тоже. А тут... да. Что, что? Мы играем в футбол. А, 2 на 2. Ну, я забыла 3 факции. Так. Тише. Спасибо. Качайся. А ты увидишь, он тебя не боится. Он что, пропускаешь, он тебя не боится. Так, встали, разобрали. Так, вот эти двое забивают откуда хотят, а вы, Ливи, ты забиваешь только, вот видишь квадрат желтый, только с желтого квадрата. То есть издалека не имеешь права. Аджина, поехали. Один ноль. Ну как же ты? Вот ты хорошо все сделал. Надо было остановить или назад, или раньше было дать пас. Сирины! Так пас взять. Давай, стоп. Открывайся, открывайся. 2-2. Играем до 20 мячей. 2-2. Что у нас в понедельник? У нас... Что у нас? 2-2, 3-2. У нас праздник или нет? 3-2. 3-2. Я за понедельник следующий. Еще раз. Я за понедельник и следующий тоже у нас. Еще раз. Я за понедельник и следующий. 4-3. Все. Понятно? 3-3. Назад.
Назад. Отдай ему мячик. Опять ты пыром бьешь, опять я хожу. 3-3. Это понедельник после Пасхи. А то понедельник Значит, понедельник. Откройся! Так, руками не брать! Так, стоп. 30 приседаний.
Стоп! Матея! Оставь мяч. 30 приседаний. Пошел, пошел, пошел. Нет. Шаг вперед. Я считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Матэ, мячик сюда. Готовы? Хаджиме. Матэ. Так, 30 приседаний. 30 приседаний. Прошу. Прошу. Раз. Два. Два. Стоп, Матэ. Шаг вперед. Шаг вперед. Пошел. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Вперед, играть. Готовы? Да. Отжимаем. Шесть, пять, выигрывает Ливию. 6-6. 7-6 выигрывают Катовицки. Сейчас 7-7. Как 7-7? Ну они же перед этим забыли. Сейчас же нету гола. 7-6 выигрывает Катовицки. Не держать! Опять лупишь. Опять будешь приседать. А как его? Как хочешь, чтобы низом шло. 7-7. Да. У нас 8. 7-7. Вот это гол, моя верно. Девять-8. Команда Ливи выигрывает. Мы собрались. Витский собрался. 10-8. Поменялись воротами. Матэ. Поменялись воротами. Хаджиме. 10-8. Матэ, мяч отдайте. 10-8. Хаджиме. Хаджиме.
убей! Пять пыром бьешь в мешок, блин. Десять, восемь, 10 минут осталось. Не успеете. Не успеете забить 10 мячей, вашей победы не будет. Не дерись. Ну, пас. Играем. Одиннадцать, восемь. Ну, пока они бегут, нужно идти вперед. Каталин, иди качайся. Качайся. Вы не выигрываете еще, потому что счет нету. Есть 12-8. Эй, осталось 9 минут. Не дайте им 20 мячей забить, они не выиграют. Не давайте им забивать 10 мячей. Держите мяч. В углу там, да, где хотите. Не давайте им забить. Ну, пас нужно было дать уже. Низом, еще раз я говорю. Стоп! Стоп! Подошли сюда. Оставь мяч. Сели вот здесь. Вот сюда, чтобы я видел тебя. Сюда сел. Лег он мне. Ты забил гол? Да. Почему ты мячик трогаешь? Ты гол забил? Да. Почему мяч трогаешь? Никогда. Что за это дают в футболе? Желтую карточку. Еще раз. Гол, мяч зашел в ворота, все, ты его не трогаешь, пока не возьмет соперник. Вопросы есть? Нет. Разошлись, команда. Так, 12-9. Осталось 8 минут. Ливио назад. Готовы? Да. Оставь мяч, Мэй! Хаджиме. Сын! 12-9. Ниже, пожалуйста. 7 минут осталось. Вас еще 8 мяч. Бестолковый даже пас дать не может. Как ты даешь пасы, блин? Разговоры. Играем. Пас. Двенадцать, десять. Ой, пас нужно было Ливию дать. Нету. Осталось 6 минут. Двенадцать, одиннадцать. Низом, низом бить, а то наказывать буду. Аккуратно, Ливио. Низом играть, еще раз говорю.
Юр, посмотри, что они там делают. Стоп! Вы что, не видите, тренер идет? Иди сюда. Вот ты иди сюда ко мне. Вот сюда сел на колени. Ко мне лицом. Ты что, не видишь, тренер идет? Вижу. Что нужно сделать? Остановить. Надо остановиться и дать пройти. Еще раз, что нужно сделать? Надо остановиться и играть. Да, надо сказать стоп. Тренер прошел и продолжайте дальше играть. Уже не первый раз у тебя. Нет, я говорю, не первый раз ты так делаешь. Вот здесь Юрий Александрович сидит, мяч попал, ты начинаешь ногами махать. Мы старые люди, у нас ноги болят, а ты по ногам чуть ли не лупишь. Разрешись, команда. Счет 12-11, ведет Ливия, осталось 6 минут. Аджиме. Ну выйди. Играем. Не бей со всей силы. Еще раз накажу. Ну. Тринадцать. 12. Все нормально, да? А, ты ему сказал, да? А? Сказал, чтобы он посмотрел, да? Так ногами мяч нельзя держать. 14-12. Четыре минуты осталось. Ниже. Так не считается. Почему ушел Каталин? Еще 5 минут качаемся. Что значит ты не хочешь? Ушел, качайся. 14-13. Хочу, не хочу, блин. Стоп! 30 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ливию позови всех оттуда. Мат, убери Ливию. Давай, давай. 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30. Стоп, куда? Поставил на место, построили здесь. Малик, почему шел? Еще раз. Твое дело, сказал тебе построиться, значит ты построился. Построились. Мяч на место. Почему он ушел? Потому что я так хочу. Мяч на место? Давай. Да, на место. Построились. Позвал, да, ребят? Там Юрий Александрович. Скажи, что Сергей Анатольевич попросил, чтобы все пришли. Да. Что у вас за манера такая? Будешь тренером? Как скажешь, так и будет. Будешь папой, твой сын будет тебе говорить, а что ты меня, папа, посылаешь за хлебом? Иди сам сходи. Что ты ему скажешь? Вы... Ближе встали. Не попадаете в меня, в объектив. Кателин, встань ближе немножко. Что ты такой нервный? Чего ты нервничаешь? Живи спокойно и все. А то так у тебя этот... голова болеть будет. Знаешь, Саша, сними один канат, второй и третий. А, стоп, стоп, Сань, не надо. Сань, не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Встань туда, красавчик, туда встань. Значит так, вот эти вот. Раз, два, три. Взяли. И здесь вот 50 подтягиваний. Каждый. Так. Кателин. Куда залез, Слезай давай. Я считаю до трех. Сейчас я тебя вообще отправлю, больше не пущу. Помоги ему немножко, пожалуйста. Так, Катовицкий, Кателин и этот... Вы вдвоем 10 раз на канат залезли. По очереди лазите. Можно и я на канат? Да, ты и ты. А вы втроем взяли и вон там подтягивание делаете. Вадим, вы вдвоем на канат. Один канат. 10 раз. Вон там встаньте, пожалуйста. Катовицкий, вон туда, пожалуйста, встаньте. А там оставь канат. Один раз он лазит, один раз ты. Все, отжимы, поехали. 50 раз. Катовицкий, лицом ко мне. Пошли. Макс, я не вижу. Эй, встаньте ближе сюда. Ближе, 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 ближе. Еще, 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 еще. Вот так, пошли. Чтобы я видел, сколько раз кто делает. Вперед. Катовицкий еще. Перебираем руками, перебираем. Не надо прыгать, перебираем руками. Не висы, это виски, вперед. Устал, все, меняйся. Следующий там. Это виски 15 сделал. А сколько? 13. Слух считаем. Эй! Вадим, тебе второе, последнее замечание. Давай, 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 Саня. Выше. Макс, чуть-чуть уйдите в сторону, назад. Вот так, пошел. Следующий. Еще раз я говорю, спускаться, не прыгать, Вадим, не прыгать, Вадим, не прыгать, а перебегать руками. Что сидите, эй, или меняйтесь, или другое делает, или делает. Да. Мама,
Давай, 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 следующий. Что сидишь? Так, 5 минут осталось. Так. Что-то вы такие быстрые, что быстрее этих худеньких. Все, Мате, построились. Одели все. Кимоно свое, это. Палочку. Котовицкий, иди сюда. Котовицкий, иди сюда. Поставь. Так, вот здесь вот 50 приседаний. А остальные построились. Одеваем кимоно. Наша, она выше на одну кровь. Еще выше. Эй, кто там что делает, не могу понять. Не, ну давай так, давай. Еще какие? Макс, давай быстрее одевайся. Чего кимоно там лежит? Все, нормально. Котофеич кимоно взял, одел, быстро в строй стал. Кто там у меня? Чезарь. А нет, Чезарь вышел. Капитан. Капитан, иди сюда. А что ты там мне ломаешь? У меня после кната остались эти белые, я вытряхиваю. Не надо их вытряхивать об меня. Давай, 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 становись. Подровнялись. Значит, еще раз. Понедельник – это праздник. Праздник религиозный. Так, сейчас я вас поставлю.